принадлежащей работе управляющей компании подъезды домов в хорошем состоянии могут находиться очень долго. Это как с квартирой. Если за ней ухаживать, то и ремонт часто делать не придется. Но на деле не всегда получается идеально. И жильцы сталкиваются с тем, что краска облупилась, плитка треснула, входная группа перестала радовать глаз. А срок капитального ремонта еще не подошел. Поэтому в Московской области была создана губернаторская программа «Мой подъезд», которая софинансирует расходы на реконструкцию. Эта программа с фондом капремонта впрямую не завязана. Однако мы понимаем, что в случае, если при ремонте подъезда требуются какие-то работы, ну, достаточно серьезные, инженерные, не знаю, там, надо стояки поменять в доме, там, да, водоснабжение, водоотведение, там, пожалуйста, там, или там теплоснабжение, тогда, да, мы совмещаем эти программы, чтобы у нас с вами жители не почувствовали проблему два раза. Представляете, да, ремонт подъезда сделали, а на следующий год начали менять какие-либо коммуникации в доме. В этом году в Ленинском городском округе в программу попало 20 подъездов. Основная часть в видном и, как это ни странно, в старом фонде. Обновляются входные группы, устанавливаются пандусы и новые двери. На всех этажах меняются окна, напольное покрытие, красятся стены. Монтируются новые почтовые ящики и световые приборы. Дом по проспекту Ленинского комсомола 2, корпус 1, также включен в программу «Мой подъезд». К концу июня он изменится до неузнаваемости. Все работы согласованы с жителями, учтены их вкусовые предпочтения. Глобальная работа, потому что данный дом – это один из больших домов по КЖКХ, то есть по площади. Да? Мы стараемся, чтобы люди минимум переживали неудобства, у нас постоянно работают уборщицы, то есть вечером, да. В 10 из 20 подъездов ремонт уже завершился. Пример, как они выглядят после реконструкции, можно увидеть на проспекте Ленинского комсомола 35. Здесь жители также принимали активное участие в переделке. Во-первых, вот у нас здесь сразу вот эти вот крылечки и ступенечки сделали, привели в порядок. У нас тут все рухнуло. Во-вторых, вот эта крыша сделана. Вот видите, новую сделали. Козырек. Но единственное, что вот они не сделали вот отлив вот этот вот, чтобы сливалось. Потому что вот видите, все подтеки, все идут куда? Вот сюда. Вот единственное, что не нравится. Есть недостатки, но ребята работали хорошие. В этом сезоне муниципальная управляющая компания решила взять на себя повышенные обязательства и сверх программы отремонтировать еще 15 подъездов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.